свиданницам, канал Итон ТВ, разбор полетов. И прежде чем полететь, я, Леонид Луцкий, хочу представить экипаж. Это асы журналистики, Лев Бальцан, издатель, журналист, литератор, и Лев Авинайс со всеми прилегающими редакторскими и прочими регалиями. Итак, о чем мы хотим с вами, господа, поговорить? Мы хотим поговорить о так называемом законе, или даже точнее законопроекте депутата ШАСа Нисима Зеева, который он уже назвал законом Туника. Туник, если кто-то не помнит, Спенсер, знаменитый фотограф, осенью прошлого года устраивал грандиозную съемку обнаженной натуры на Мертвом море. Так вот, наш депутат тогда, значит, стоял остолбеневший, как жена Лота, не пущал, хотел противостоять этому акту, не получилось. И теперь он вносит законопроект, по которому он считает, вот эта вот свобода слова, доведенная до беспредела, разрешение на демонстрацию срама ущемляет чувства многих людей, которые, значит, против публичного показа обнаженного тела. Так, теперь за вами слово, господин Бальцан. Ну, во-первых, я очень рад за депутата партии ШАС, что он живет в такой прекрасной стране, где других проблем не осталось, кроме как можно ли публиковать фотографии туника или нет. Действительно радостно за него. Возможно, некоторые фотографии туника, некоторые фрагменты, действительно и не стоило бы публиковать, ничего такого особо приятного и вызывающего эротические, как он думает, чувств, мысли, помыслы и чувства, и не вызывает. Тебе фрагменты не понравились? Некоторые, да, некоторые фрагменты не понравились. Подбор кадров не очень тщательно был произведен. Поэтому, возможно, как бы этот законопроект касательно этих фрагментов и будет правильным. У меня вопрос. Он запрещает публикацию или запрещает вообще производство такое мероприятие? Как нет, ты понимаешь, он начал локально с этого акта вот съемок на Мертвом море, а теперь он категорически против любой рекламы обнаженного тела. Все, значит, давайте поставим... Так что давайте отойдем от туника, туника. Да, нет, чай, нет, нет, как раз дело и в тунике. Дело в том, что можно спорить, является ли это, так сказать, фактом искусства или не является фактом искусства. Сейчас вообще искусством является практически самые невероятные вещи, которые и смотреть-то неинтересно. И это касается не только обнаженного тела, но и вполне одетых и прочих предметов. Там простой унитаз, в конце концов, был произведением искусства. Ну, это 200 лет назад. 100 лет назад. 200 лет. Вот. 100. Хорошо. Дело не в этом. Дело в том, что само мероприятие «Туник». «Туник» – это, будем говорить, провокатор от искусства. Я давно слежу, кстати, за его творчеством, и это творчество. В общем, это он там и в Мексике снимал 18 тысяч человек, в Барселоне на главной площади там перед Королевским дворцом 7 тысяч, у нас, по-моему, 1500 было человек на Мертвом море. Он продвигал как бы идею Мертвого моря. И действительно, понимаете, есть, значит, во-первых, это никто не обязывал это публиковать. Во-вторых, это не было публичным. Это было на Мертвом море, где пришли люди, которые хотели это сделать, которые, так сказать, разделись, которые сфотографировались, и это не было на, скажем, на бульваре Ротшильда. В то же время, буквально вот 3 дня назад в Лондоне, практически во всем мире, прошел так называемый голый велопробег, где обнаженные люди, в Лондоне это тысячи, в других городах это сотни, в Сан-Франциско обнаженные мужчины и женщины вместе проезжают по городу, демонстрируя, борясь против, так сказать, за охрану окружающей среды, будем говорить так, за зеленые это самое. Люди добро, это веселое мероприятие, никакого
сексуального, эротического, так сказать, подтекста в этом нету. Потому что действительно, как правильно сказал Лёва, там едут люди самой разной комплекции, толстяки, и пожилые, и молодые, и все. Народ веселится, народ стоит вдоль этого самого. Никакого такого, какого-то неприличия в этом нет. Ажиотажа особого нет, ты хочешь сказать? А? Ажиотажа никакого нет. Нет, ну есть интерес, есть веселье, ажиотаж точно такой же, как вызывает у нас ажиотаж, скажем, парад гордости или парад любви, ну. Понятно. Все, то есть, нет предмета вообще. К тому же обнаженное тело уже давно перестало быть табу. Я тебя понял. Вот пока Лева Винайс тихо интересуется, я тебя, его иные тезка, хочу спросить о другом. Вы же понимаете оба два, что речь идет как раз не о локальной акции Тоника, не о твоем велопробегеле, а есть, и речь идет о рекламе, даже не всего обнаженного тела, а неких его частей. Ну, до нижнего белья. До нижнего белья, размера декольте, высоты локтя и так далее, длине юбки. И вы что, не помните, как ортодоксы, значит, на этих щитах рекламных, чего они творят? Я помню, как Памеле Андерсон пририсовали рукава. Да, Памеле Андерсон пририсовали рукава. Какие жесточайшие требования идут, если выпускается, скажем, для журнал для ортодоксов, для части, даже медицинские, вот, другие требования. А я хочу вам вспомнить, на границе Бней-Брака и Рамат-Гана у меня есть чудесная картинка. Значит, там женщина, у которой видны только глаза женские, сверху все закрыто, снизу. Ногти – это реклама парикмахерской. Когда я на нее смотрю, мне кажется, что мы уже в Иране. Вот что вы об этом… А вожделение не испытываете? Ну, я как-то да, она мне подмигивает. Вот, что вы, ты об этом думаешь? На самом деле, я думаю, две вещи. Во-первых, я бы очень не хотел, чтобы на талантливую работу, рекламную в том числе, налагали цензуру партийную, любой партии. И в то же время я думаю, что на границе Бней-Брака вряд ли стоит рекламировать рекламировать не иначе, но во всяком случае, скажем так, что я противник того, чтобы там рекламировать на основе обнаженных тел. Не нужно мешать людям жить так, как они хотят, и не нужно мешать делать талантливую работу, если она талантливая. Если она бесталанная и... То тоже не нужно мешать. Потому что свобода и свобода. Она сама... Сама себе помешает. Да, сама себе помешает и отомрет. Вот. Я, в общем, практически полностью, то есть не практически, а полностью согласен с моим коллегой, потому что не нужно устраивать провокацию. Вот провоцировать, вот ходить голым по Бней-Браку и, дескать, вот я за свободу, это не нужно. Точно так же реклама голая там не нужна. Тут с другой стороны, я думаю, что не нужно, скажем, на набережной в Тель-Авиве вводить дресс-код, скажем, длинное платье с юбками. Или, и в рекламе тоже. Потому что это тоже будет нелепо. Поэтому я вообще считаю, что любые вот эти вот законы, что-либо ограничивающие, должны быть какие-то внутренние правила. Как начинается законом ограничивать там длину юбки, чего-то такое, все, как начинается это вводить в закон, у тебя возникает сила противодействия, сила, так сказать, неприятия закона. То есть закон должен быть регулироваться вкусом, тактом, и я думаю, что у нас его вполне достаточно. Когда недостаточно, возникает скандал, который опять дает тему для прессы, и все хорошо. До сих пор жили 64 года, да? 64, да. 64 года Израиль прожил в таких условиях, проживет еще 64. В Турции, Лем, в Турции, которую мы помним до прихода этого исламистского правительства, была роскошная, очень смелая реклама в зонах отдыха и довольно мрачные законы, вот рекламные во всех остальных частях. То есть, мне кажется, господа, мы тихо упираемся в пресловутое статус-кво,
которое никто не видел. И каждая из сторон пытается откусить кусочек больше, чем его зубы позволяют. От другой стороны. От другой стороны, гуляя по той стороне Брака или Рамадгана, так сказать, по улице Бен-Гурион, скажем, и так далее. Вот. Это была передача «Разбор полетов», каналы «Тон ТВ». Я, Леонид Луцкий, беседовал с Львом Бальцаном и с Львом Аминайсом. Спасибо за внимание.